Итак, автомобиль Nissan Тиана, 33-й кузов. Автомобиль 2013 года. Задача установить мультимедийную магнитолу вместо оригинальной. Значит, в автомобиле была реализована система кругового обзора. Соответственно, мы ставим магнитолу, которая сохраняет круговой обзор и дает большой функционал. Значит, включаем зажигание. Магнитола китайская. Значит, вся магнитола была полностью демонтирована. Климат был тоже полностью демонтирован. Получили такой огромный сенсорный дисплей. Климат реализован визуально. Значит, здесь операционная система Android. Android 6.0. Все работает быстро, без задержек. Навигационная карта Россия плюс Европа. Радио. Значит, кнопки все регулируются с руля. Все красиво реализовано. Звук стал ничуть не хуже, чем был оригинальный. Значит, камера заднего вида. У нас здесь система кругового обзора. Соответственно, круговой обзор полностью весь реализован. Все функции все сохранились. Значит, по функционалу. Значит, навигация. Радио, музыка тут с USB, с жесткого диска, с чего угодно, Bluetooth, просмотр фильмов, браузер, климат прибавляем, климат убавляем. Включаем климат, включаем климат. Все исправно работает. Никаких багов, замечаний по данному мультимедиа не замечено. Работы проделись в компании Xenaviru в Санкт-Петербурге. Готовы установить подобную мультимедийную систему на Nissan Тиану в 33-м кузове. Спасибо за внимание.